15 февраля 1989 года советские войска покинули Афганистан. Эта дата стала днем памяти погибших в локальных войнах. На сегодняшнем митинге возле памятника на Аллее Славы побывал и наш корреспондент. Десятиградусный мороз и будний день не помешали воинам-афганцам встретиться и вспомнить погибших товарищей. В Запорожской области сегодня проживают больше 7 тысяч участников локальных войн. Это военные действия на Кубе, в Эфиопии, Сомали, Чехословакии, Венгрии, ну и, конечно же, в Афганистане. Почтить память погибших воинов-интернационалистов пришли представители областной и городской властей, а также архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука. Но самое главное, мне хотелось бы, чтобы эти ребята, которые воевали, которые почувствовали на себе, что такое боевые действия, которые смотрели смерти в лицо, чтобы они понимали, что люди уважают их подвиг, помнят о них и заботятся о них. Мне бы хотелось, чтобы для молодежи эти ребята стали примером, чтобы мы никогда не забывали, ту страшную трагедию, которая произошла не на нашей территории, на совершенно чужой территории, но погибли наши ребята. Мы должны помнить, мы должны молиться за них. С афганской войны не вернулись 129 запорожцев. Матери, чьи сыновья не возвратились с войны, пришли сегодня на митинг с портретами погибших. Почтить боевых товарищей и вспомнить прошлое пришли и сами воины-афганцы. Многие из них не могут вспоминать и страшные события без слез. Памятное событие, потому что 9 товарищей моих погибли. И сегодня я с удовольствием прихожу к этому памятнику, потому что я не могу. Погибли ребята. Ну, это война, это жизнь, и она нас чему-то научила. Я думаю, самому хорошему научила. Поэтому праздник, память, мы должны чтить и уважать всех. Не успели 22-ю годовщину отметить, а планы на будущее уже построили. Город вплотную занялся нашими проблемами. Я думаю, что к 25-летию вывода войск, к юбилейному, мы и запланировали ремонт памятника, и запланировали немножко аллею переделать. Так что думаем, что все будет нормально. После возложения цветов к памятнику бывшие участники афганской войны делились друг другом своими воспоминаниями, выпивали традиционные 100 грамм, фотографировались на память.